Друзья, хочу вам настоятельно порекомендовать для тех, кто хочет и мечтает стать водителем, грамотную автошколу города Харькова с интересными занятиями и квалифицированными преподавателями, корпорацию автошкол. Давайте я вам немножечко расскажу. Поехали! Корпорация автошкол гарантирует вам успешное обучение и сделает из вас высококачественного водителя. Автошкола обучает на все категории, от мотоциклов, мопедов, легковых автомобилей до автобусов и фур с прицепами. Имеет 12 классов по всему городу Харькове и Украине, автопарк учебных машин различных модификаций. Также у вас есть возможность онлайн обучения с любой точки мира, для этого нужен лишь ноутбук и интернет. Занятия проходят по их фирменным учебникам. Максимальное качество в обучении как теории, так и вождения. Более 10 тысяч довольных выпускников благодарят данную автошколу за такие знания, которые они получили. Также есть группы выходного дня каждую субботу и воскресенье. 100% коммуникация с преподавателем, инструктором, удобный график и профессионализм. Индивидуальные занятия. Онлайн-уроки в режиме реального времени через Zoom. Также они записываются, если не получилось присутствовать на занятиях. Можно посмотреть в записи или повторить пройденный материал. При поступлении в данную автошколу вы получите 10% скидки по промокоду ВАДОС Харьков. Вьёник! Ты опять людей тут или что? Али мы беспредельщик. Конечно. Здрасте, а за что они вас остановили? Вы не могли нарушить ничего. А? Так это ж вот это три разводило. Да, вот они вчера дедушку привлекли без видеодоказа. А что вы нарушили? Ну а что они вам пытаются сейчас менять? Да ничего, пусть выписывают штраф, я поеду. Так вот они, вот на то они ведутся, что вот просто человек сдался без боя и все. С ними нужно пожестче. Что ты улыбаешься? Ну а что, не так? Вы вчера деду выписали без видео постановления. Вы что, только можете обидеть тех, кто не знает. Зачем так рассказывать? Слышь, кто ты и что ты? Боец. Фронта. Кто я, еще я? Да я тебе еще раз объясняю. Покажи, что человек нарушил. Ну, что ему показали? Что видео ты ему есть, показал? Что за видео? Откуда видео? Вам я не буду показывать, вы еще не кто. Шо-шо? Я вам не обязан ничего показывать. Я водитель показал. Да ты обязан, блядь, служить народу, да? Украины, понимаешь? Ну, а видео вам я обязан показать. Не обязан? Нет, не обязан. На чем ты показал видео? Да какая разница, что я показал видео? Большая разница. 251 статья, почитайте, пожалуйста. 251, да. Читай через запятую. Ну так почитайте. Які в тебе є докази? Твоя бодікамера? Не виталкивайте мене на проїжджу часть. Так я вот стою рядом с тобой. У тебя ж оружие справа? Справа, і тут у мене магазин. Ну а я слева стою. Я понимаю, ну мало ли. Просто не виталкивайте мене на проїжджу часть. Ну если я тебя виталкиваю, ты должен быть... задержать меня получается, правильно? Что значит задержать? Ну если я тебе что угрожаю? Я просил вас чуть-чуть отойти, при чем здесь угрожаю? Ну так это смотри, я просто, зацепило, видишь, возле просто, машины стою. Я понимаю, возле просто, зеркала. Меня зацепило, встречное движение едет. Как я тебя рад видеть, я Салабон, тоже, блядь. Я тоже. Вообще, будет теперь, блядь, контент и только с тобой, я тебе отвечаю. Так это ж хорошо, знаменитый стану. Ну, смотря с какой стороны ты станешь знаменитым. С любой стороны. А я говорю нет. Почему нет? Но я тебе говорю нет. Друзья, посмотрите, какой боец. Тут, блядь, а на коленях. Вообще война идет. И, а ну давай, примени, да? Мне что-нибудь, ну, за это. Мы? А ну давай, ну, примени. Мне показать, что, в чем я одетый. Да? В суд придешь. Ну, зачем мне в суд идти? Скажите. Подожди, я тебя фиксирую на камеру. Ну, твои действия. Твои действия. А при чем здесь мои? Ты мне говоришь, война идет. Дальше продолжай. Вы же мне говорите, в чем я одетый, правильно? Ну идет война, я здесь буду. Ты на войне? А почему? У нас война не в стране? У нас в Харькове все вижу хорошо, знаешь почему? А то что, взрывы? Нет, не слышали? А ты взрывов боишься? А вы не боитесь, да? Нет, прикинь, вот пришлось так в жизни, не боюсь. Начал с вами... А что вы такой бесстрашный? Да нет, бесстрашнее оказался ты все-таки. Лучше бы ты воякам подогнал вот такую амунировку. На коленники вот там, для пистолета кобуру. Что ты для военных? А вы много военных? Прикинь, я больше сделал, чем ты. Не видел, ни разу.
А мне нужно тебе что-то доказывать? А то кому это... нужно, а он видел. Я тебе еще раз объясню. Тому, кому нужно, он видел. Кто видел? Твои коллеги. Мои коллеги? Конечно. Фу. Твои коллеги. Ну это же хорошо даже, да? Вот, друзья, пример вот такого вот полицейского. Какого такого? Оценку сделают зрители. Да? А вы на них живете, да, на зрителях? В смысле на них живете? Ну то, что они... Вы, вам интересно то, что они думают, да? Мнение народа, правильно ты говоришь. Мнение народа. А тебе мнение народа посарают? Ну, что? Так а что ты тогда говоришь? Просто вы бегаете везде с камерой. Бегаешь это ты как... Я как соска? А я прихожу в трудную минуту к людям. Какую трудную минуту? То, что человек нарушил, да? Нарушил, заступает. Человек нарушил, да. А вчера тоже человек нарушил? Да. Доказы были? 251 статья, почитайте. Доказы были? 251 статья. Мне что, еще раз включить, блядь, что ты там наговорил? Включайте, мне тут все равно. У тебя еще раз говорю, у тебя не было доказательств того, что человек... Если я еду, при меня нарушают, я должен закрыть глаза и поехать, да? Правильно? С ваших, да как вы думаете, просто да? Даже... Я тебе еще... Послушайте, вот я еду. Еще раз говорю. Нарушают. Еще раз тебе объясняю. То, что ты видел своими глазами, видели твои напарники, это уже до одного места. Потому что у нас законодательство такое. Я должен закрыть глаза на это, выходит. Ты меня слышишь? Не, ну правильно, с ваших сторон. Я должен закрыть глаза и поехать дальше. То, что по крайней мере, провести профилактическую беседу. Это раз. И это даст им что-то, да, с этого? А я тебе уже... даст то, что ты нарушаешь? А что я нарушу, покажи. Да много чего ты нарушаешь. Покажи, хоть раз. Одно хочешь найти. А если я найду? Найди. Вот если я найду, как ты будешь петь? Я никак не буду петь. Я ж не пою. Я не певец. А кто ты? Боец? Ну, по крайней мере, полицейский. Так ты боец или полицейский? А боец и полицейский это не одно и то? Нет, прикинь. Нет. Боец это тот, кто нашу родину защищает. А почему вы здесь делаете? Скажите, пожалуйста. А я прикинь, во вторник вернулся с Бахмута. Ты был там? Я как гражданское лицо. Я был в Бахмуте. И еду еще раз. Вот я как гражданское лицо. Так, я этим не горжусь. Ты задал вопрос, я был. Вопрос? Да. Ну, вот во время войны вы же здесь были? Я с 24 числа нахожусь здесь. Вот и мы тоже с 24. Вот красавчик. Просто только я для людей больше сделал, чем ты сделал. А почему сделал больше? Мы ну, на вызова ездили под взрывы, под разрывы. Вы сами видели. Я тебя прошу. Точно вы на вызова. К вам уважения нету. Точно так же гуманитарку развозили. Какую? Какую гуманитарку? Какую вы развозили? Куча фотографий, куча видео есть, там где полицейские развозили во время. Вообще, я сейчас заплачу. Можете заплакать. Ну, понимаешь, вас выбрали для того, чтобы что-то поменять, но в итоге мы ничего не поменяли. Ты, я говорю, ну. Вообще не, даже не понимаешь, что такое законодательство. Ты вот где-то увидел, прочитал, но ты его формулировку не знаешь, как это сказать. Так может вам подите пути работать, научить нас как работать. Я что, больной, я больной человек? Ну, вот вы нас это пытаетесь я здорово... научить, а в итоге... А ты пытаешься что вы... сделать с водителем? Я? А ты его наказать, правильно? Ну все. Смотрите, я выпишу сейчас штраф. И что будет? Он уже будет знать, что не надо нарушать, не надо так ездить. Я научу таких, как ты, чему делать научу? Так, как нужно, и в рамках закона. Как научу, это уже как будут делать? Мои проблемы, как я тебя научу. Мне ты слышишь, я тебе сказал, в рамках закона. Можно как-то в рамках закона. Ну как, вот вы послушай, на красный, красный свет, свет можно проехать по-разному, правильно? Как ну по-разному? Ты все. Объясните, как по-разному? Мне ну, учить так, кого-то? Ну какие ну, есть основания на красный свет проехать? Основание только одно есть. Если человек спешит угроза жизни, все. Что, серьезно? Здоровье, да. Что, серьезно? Вот это мы можем только. А я не вижу других оснований, если человек поехал на красный. Какие еще основания могут быть? Скажите, пожалуйста. Так это тебе потом расскажут и покажут, да нет, какие были основания. Мы сейчас общаемся. Мы же не спорим. Вы совершенно правы. Послушай, я его за неопределенное время, я его не знал, я его видел так, мельком там, знаешь, какие-то, в каких-то ситуациях. Но по итогу, я увидел, что он вообще, знаешь, красиво одетый, но толку ноль в голове.
Ну, с начала войны одеты, а как еще? Так у нас, видите, были, стояли борки. Так нам тоже ходить в формах, в брониках. Если вы военные, а почему нет? Смотрите, водители троллейбусов в брониках ездят. И что теперь? Ездят. Ну, а почему нет? Тоже можете, хотите по желанию. Смотри, пока вам не дали команду писать постановление, никто вас не задрачивал и ничего не делал. Согласен. Как вам только дали команду, все, вы как начали беспределить. Так а что беспределить? А Послушай, вы вчера деду выписали постановление. Есть такое, выписали. У вас не деду, а мужчине. Я вам еще раз говорю, я уверен на 120%. Было что видео, он подъехал. Что вот пояснил, это, как ты можешь это на это... Пояснение, а хорошо, в УПП, через компьютер. Это все в админпрактике смотрят. А что касательно дедушки того, я подошел, говорю, так и так, мы начали беседовать, ознакомились со всем. Он говорит, знаю, что я проехал там на улице. Да, да. Он там, он 13. Время, он тебе сказал, во сколько он проехал? Ну, и все. Короче, я понял. К вам будет особое внимание именно в рамках чинного законодательства. В рамках чинного законодательства и видео все снимаем. И все правильно делаешь там. Я с тобой согласен, что минимум беспределить не нужно. Но давай начнем с того, что сколько водителей до того, как написали, сколько нарушений было. А сколько у полицейских нарушений? Вас хоть раз привлекли? Нет. Я лично до войны писал кучу. Послушай, вы вот тут только герои рассказывать о том, что вот, да. А в итоге как в юны уходите в сторону. Все правильно, есть дисциплинарный статут. В полицейском это тоже. Послушай. Вот, друзья, это вьюн, который привлекает. Я говорю вьюн. Я ж не вьюн, а вьюн нет. Я ж нормально живу. Вы мне фамилию помните. Да мне вообще...